Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. Глава первая. Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5 часов утра. Те, кто остался в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем живое участие. «А каков Герман?» — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. Отроду не брал он в руки карты, отроду не загнул ни одного параллели. А между тем сидит с нами до 5 часов утра и наблюдает нашу игру. Игра занимает меня сильно, но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде получить излишки. Герман немец, он на расчетах вот и все, сказал молодой князь Томский. Вот кто меня действительно удивляет. Так это моя бабушка. Графиня Анна Федотовна. Не могу постигнуть, как эта бабушка моя не понтирует. Удивительно, что 70-летняя старуха не понтирует. Как, вы про нее ничего не знаете? Нет, правда, ничего. Так слушай. Надо знать, что бабушка моя лет 60 тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ за ней бегал, надеясь посмотреть на московскую Венеру. Конечно, лезвие не получилось. И как мы уверяли, бабушка чуть не застрелился от ее жестокости. Дамы тогда играли фараона. И вот однажды бабушка проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Придя домой, отрепливая мушки от лица и отвязывая фишмы, она объявила дедушке о своем проигрыше. И велела заплатить. Дедушка покойный, насколько я помню, был род бабушкиного дворецкого, и боялся ее как огня. Но тут дедушка вышел из себя. Принес счеты и доказал бабушке, что за полгода они держали 500 000, что под Парижем у них нет ни саратовской, ни подмосковной деревни, и отказался платить. Бабушка дала ему пощечину и легла спать в знак своей немилости одна. На следующий день она пригласила дедушку, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. Первый раз в жизни она снизошла до объяснений. Она пыталась ему объяснить, что есть разница между принцем и Карениным, что долг долгу рознь. Но куда там, дедушка бунтовал, нет, да и только. Бабушка не знала, что и делать. С ней был коротко знаком, человек очень замечательный. Вы, конечно, слышали о графе Сен-Жермене. Ну, о нем рассказывали так много чудесного. Но он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя философского камня, эликсира жизни. Ну, на него называли шарлатаном, над ним смеялись. Впрочем, бабушка до сих пор не выгодно. И очень сильно сердится, когда о нем говорят с него жене. Так вот, бабушка знала, что граф Сен-Жермен может обладать большими деньгами. Она решила прибегнуть к его любезности. Она писала ему письмо, в котором попросила явиться тотчас. Граф Сен-Жермен явился. Бабушка в самых черных красках написала ему варварство мужа и попросила судить требуемой суммой. Старый чудак задумался. Я, конечно, могу одолжить вам нужные деньги, но знаю, что вы не будете покойны, пока не расплатитесь со мной, а я не хотел бы доставлять вам излишние трудности. Я могу вам помочь, да? Вы можете это красный знать. Но граф закричал, бабушка, денег не знаю, что вы не будете покойны, а деньги здесь вот при чем. Есть другое средство. Граф рассказал ей тайну, за которую каждый из нас дорого заплатил.
вечер бабушка явилась на карточную игру королевы. Герц итальянский металл. Она извинилась, что не привезла долго, и сплела по проданию какую-то маленькую историю. Села против него поддерживать. Поставила одну за другой три карты. Все три ей выиграли. И бабушка играла совершенно. Сказка! Кстати, спрашиваю карты. Не думаю. У тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряда, а ты не перенял у нее ее каббалистики. Да черт даст два. У бабушки было четверо сыновей, в том числе и мой отец. Все четверо завзятые игроки. Им было бы не против, чтобы она открыла их свою тайну. Хотя это было бы хорошо для них и даже для меня. Но куда там? Но! Вот что мне рассказывал мой дядя Иван Ильич, и в чем уверял своей честью. Однажды Чеплицкий, тот, который умер в нищете, проиграл миллионы, проиграл, кажется, Зоричу в юности что-то около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Не знал, что делать, а бабушка, которая всегда была строга к шалостным молодым, как-то жалилась. Взяла ему близко. С тех пор он поставил одну за другой. И в пригороде не садился. Чеплицкий явился к своему обидчику, сел против него банкира, поставил на первую карту 50 тысяч в игру. За него пошли и проигрался. И даже остался. Однако, уже пора спать. Уже без четверти шесть. В самом деле, рассветало. Сохраняла все привычки своей молодости.
строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго и так же старательно, как и 60 лет тому назад. В окошко за прядцами сидела барышня. Ее воспитанница. Лизик, прикажи закладывать карету и поедем прогуляться. Лизавета Ивановна встала и начала убираться. Что ты? Мать моя глуха, что ли? Вели скорее закладывать карету. Лизавета Ивановна побежала вперед. Ну, а тут вошел слуга и принес книгу князя Павла Александровича. Хорошо, благодарить Лизонька. Лизонька, куда же ты бежишь? Одеваться. Успеешь? Сиди здесь, читай вслух. Барышня взяла книгу и прочла несколько слов. Громче! Что с тобой, мать моя, с голосу спала, что ли? Погоди! Подвинь скамеечку ближе. Ну! Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула. Брось эту книгу, что за ссор. Вели отослать его князю Павлу, вели благодарить. Так что же карета? Карета готова. Ну а что же еще не одета? Тебя всегда надо подождать. Это несносно, мать моя. Лизавета Ивановна побежала в свою комнату. Не прошло и двух минут, как графиня стала звонить, что есть ночи. Три девушки бежали в одну дверь, камердинер в другую. Что это вас не докличешь-то? Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду. Лизавета Ивановна вошла, уже одетая. Мама гонит все в шляпке. Что это за наряд? Кого прельщать? Зачем это? А какова погода? Кажется, ветер. Кажется. Вы всегда говорите наобум. А ну-ка, откройте-ка форточку. Так и есть. Ветер. И препрохладный. Обменить карету. Мы никуда не едем, Лизик. И нечего было наряжаться. И вот моя жизнь. В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастным созданием. Она была домашней мученицей. Разливала чай и получала выгоду за лишний расход сахара. Читала вслух романы и была виновата во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду, за уставу. Ей даже было назначено жалование, которое никогда не доплачивали, а между тем требовали, чтобы она была одета так же, как все. Ну, то есть, как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали. Никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, когда не хватало и зали. Да. Брали ее по руку всякий раз, как им нужно было идти по городу, покажет что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбима и живо чувствовала свое положение. Она глядела кругом себя с нетерпением, ожидая избавителя, но молодые люди, расчетливые и в холодном своем тщеславии, не доставили ей внимания. Несмотря на то, что она была милее многих холодных и наглых невест, за которых они занимались. Неподвижно устремившего на нее глаза.
через 5 минут заглянула опять, офицер стоял на прежнем месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими молодыми людьми, она опять начала шить. И работала 2 часа, не поднимая головы. Подали обедать, она стала убирать свои 5 и нечаянно взглянув на улицу. Она опять удивлена. Он стоял на том же самом месте, неподвижно устремив на нее глаза. Это показалось ей довольно странным. Вернувшись после обеда, она побежала к окошку. У молодого человека уже не было. И она про него забыла. Дня через 2 она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда. Закрыв лицо бобровым воротником, его черные глаза сверкали из-под шляпы. Она испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Вернувшись домой, пробежала к окошку. Опять его увидела. Он стоял на том же самом месте. Она отошла, мучаясь чувством для нее совершенно новым, но с тех пор не проходило и дня, чтобы молодой офицер в назначенный час не появлялся подобным ей дома. Сидя за плечами, она чувствовала его приближение. Она поднимала голову и смотрела на него все долее и долее. Молодой человек, казалось, был ей за то благодарен. Через неделю она ему улыбнулась. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, он не чурался и процентов, жил одним жалованием, отказывал себе в малейшей прихоти. Он был скрытен и честолюбив. Друзья, товарищи, вряд ли имели случай посмеяться над излишней его бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение. И твердость спасала его от обычных ошибок молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда он не брал в руки карты, ибо однажды решил, что он не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. Конечно, я бы себя ночью напролет проводил за карточным столом, с лихорадочным напряжением, следя за всеми поворотами игры. Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение. Что если бы Герман, пройдя на следующий день по Петербургу, что если старая графиня откроет ему свою тайну или назначит ему свои триверные карты, в самом деле, почему не попробовать своего счастья? Ставиться ей, добиться ее милость, делаться ее любовником. Но все это нужно время. Ей 87 лет. Она может умереть через 2 недели, через 3 дня. Да и самый анекдот. Можно ли ему верить? Нет. Умеренность, расчет и трудолюбие. Вот он. Вот что утроит, усемерит его доход и доставит ему покой и благополучие. Рассуждал он, бродя по Петербургу, вдруг очутился в одной из главных улиц возле дома старинной архитектуры. Коляски, кареты подъезжали беспрестанно. Из них показывались устроенная нога молодой девицы, гремучий ват форта, волосатый чулок, дипломатический башмак. Герман остановился. «Чей это дом?» — спросил он у лучших.
Графиня Анна Федотовна, ответил будущник. Дальнейший анекдот опять представился. Я стал ходить вдоль дома за кабинет, размышляя о его владелице и о чудной ее способности. Поздно вечером вернулся он с бледной свой уголок. Долго не мог уснуть, а когда сон овладел, пригрезились ему карты. Зеленый стол. Ибо ассигнации и груды червонцев Герман играл. Глубоко решительно ставил карту за картой. Заливал золото к себе и клал ассигнации в карман. Сон поздно. Слушай, вздохнул. Потерянном фантастическом богатстве. И опять пошел бродить по Петербургу. И опять... Оказался возле дома графини. Какая-то неестественная сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одно. Он вдруг увидел черноволосую головку, склоненную, вероятно, над работой или книгой. Голова поднялась. Герман увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила участь. Глава третья. Только Елизавета Ивановна успела снять капот и шляпку, как графиня уже послала за нею и велела опять закладывать карету. Они пошли садиться. В тот самый момент, как два лакея приподняли станку и просунули ее в дверцы, Елизавета Ивановна опять увидела своего молодого лица. Он схватил ее за... Молодой человек исчез. Письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку, села в карету и во всю дорогу уже более ничего не видала и не слыхала. Графиня имела обыкновение делать поминутно в карете вопросы. А кто это с нами встретился? А как зовут этот мод? И что там написано на вывеске? Елизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и не впопад. И этим очень рассердила графиня. Да что с тобой сделалось, мать моя? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь? Я, слава богу, не комтавлю и из ума еще не выжила. Но Елизавета Ивановна ее не слушала. Вернувшись домой, она вбежала в свою комнату и вытащила из перчатки письмо. Оно было не запечатанное. Она его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было почтительное, нежное. И слово в слово. Взятый из немецкого романа. Но Елизавета Ивановна по-немецки не понимала. И осталась им вполне довольна. Однако принятое ей письмо беспокоило ее чрезвычайно. Дерзость молодого человека просто ужасала ее. Она упрекала себя в недостойном поведении. Она не знала, что ей делать. Может, перестать сидеть у окна и невниманием охладить охоту дальнейшим преследованиям. Послать письмо и отвечать холодно и решительно. Ей даже не с кем было посоветоваться, ведь у нее не было ни подруги, ни наставницы. Она решилась отвечать.
села за письменный стол, взяла бумагу и перо и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо, но каждый раз разрывала его. То выражения казались ей слишком жестокими, то слишком снисходительными. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена», — писала она, — «что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Но наше знакомство не должно было начаться таким образом, и я надеюсь, что впредь я не буду иметь причины для незаслуженного неуважения». На следующий день, увидев за окном Германа, она вышла в переднюю и выбросила это письмо ему в форточку, надеясь на проворство молодого офицера. Герман поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Там он его распечатал, нашел свое послание и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал. Вернулся домой очень увлеченный своей интригой. 3 дня спустя молодая быстроглазая мамзель принесла Лизавете Ивановне письмо из модной лавки. Она приняла его неохотно, предвидя денежные требования, но только же взглянув туда, она сразу узнала руку Германа. Вы, душенька, ошиблись, эта записка не ко мне. Да нет же, вам, сказала смелая девушка, не пряча лукавой улыбки. Извольте прочитать. Она пробежала письмо. Герман требовал свидания. «Не может быть», — сказала она. «Это верно писано не ко мне». И разорвала письмо в мелкие кусочки. «Так он не к вам, зачем же рвать? Я бы отнесла его тому, кто его написал». «Послушайте, душенька», — сказала она, вспыхнув от замечания. «Вы... вперед ко мне записок не носите, а тому, кто это передал, скажите, что ему должно быть стыдно». Но Герман не унялся. Каждый день она получала от него письма. То тем, то иным способом. Они больше не были переведены с немецкого, наоборот. Герман писал вдохновенной страстью. Он говорил языком ему свойства. В них чувствовалась и необузданность его желаний, и огненное его воображение. А она уже и не думала о смертях. Теперь она и не упивалась. Она стала отвечать. Каждое ее письмо становилось все длиннее и нежнее. И вот однажды она бросила ему в окно следующее письмо. Сегодня бал у посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до 2. Вот вам случай увидеть меня наедине. Наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся. Сняв останется швейцар, но он обыкновенно уходит в каморку. Приходите в 11:30. Наступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, и делать нечего, вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево. Из передней налево. Идите прямо до графининой спальни. В спальне за ширмой видите 2 маленькие двери. Справа в кабинет. Нет, куда графиня никогда не входит. Слева коридор. Слева коридор. И тут же узенькая витая лестница. Она ведет в мою комнату. Передал картину. Уже в 10 часов вечера он был возле дома графини.
погода была ужасная. Ветер выл, мокрый снег падал хлопьями, фонари светили тускло, улицы были пусты. Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец, графинину карету подали. Слуги под руку вынесли сгорбленную старуху в соболях. За ней же молодая ее воспитанница. Карета тяжело покатилась по мокрому снегу. Швейцар запер дверь. Я выходил вдоль дома зад и вперед. Остановился под фонарем, взглянул на часы. Было 12:12. Он стал стоять, глядя на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в 11:30 он ступил на крыльцо графининого дома. Вошел в ярко освещенные сени. Лестницы вверх. Вдруг увидел слугу, спящего в старом полинялом кресле. Спокойным и ровным шагом Герман прошел мимо его. Прошел по коридору, через гостиную, вошел в спальню графини. Старые полинялые штофные английские кресла. Диваны с пуховыми подушками стояли в печальной симметрии вдоль стен. Столовые часы работы славного Лерова. Прямо напротив Германа висели два портрета, написанных во Франции. Один изображал мужчину в камзоле и со звездой на груди, другой женщину с орлиным носом и розовую в пудренных волосах. По углам стояли фарфоровые пастушки. Были расставлены коробочки, лежали веера и прочие разные дамские штуки. Герман прошел за шину. Там он видел маленькую железную кровать и две двери, одна направо. Кабинет графини, другая налево, в коридор. Герман открыл ее, видел узенькую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он вернулся, прошел в кабинет графини. Время шло медленно. Где-то далеко в гостиной часы пробили 12. По всему дому прозвонило 12. И вновь все смолкло. Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Сердце его учащенно билось, как у человека, решившегося на что-то важное, но необходимое. Вот пробило первое. Герман услышал звук подъехавшей кареты. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. Все засуетились, побежали, раздались голоса. В спальню бежали три старые горничные. Графиня вошла и чуть живая опустилась. Вольтеровы кресла. Герман глядел на нее в щелку. Ой, сомнение. Лизавета Ивановна прошла мимо него. Герман слышал ее шаги. В его душе шевельнулось что-то похожее на угрызение совести. И снова умолкло. Он окаменел.
стала раздеваться перед зеркалом. От кого ли с нее чепец, украшенный розами? Сняли напудренный парик с ее седой, плотно стриженной головы. Булавки градом посыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман оказался свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец, графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она была менее безобразна и ужасна. Как и все старые люди, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она отпустила слуг и уселась у окна вольтеру кресла. Свечи вынесли, и комната опять осветилась одной лампадой. Графиня сидела вся жёлтая, шевеля распухлыми губами. Качалась направо и налево. Вот на глазах ее изобразилось совершенное отсутствие мысли. Смотря на качание страшные старухи, можно было подумать, что качание ее происходило по ее воле, а под действием скрытого гармонизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали трястись. Глаза оживились. Стоял незнакомый мужчина. Не пугайтесь. Ради Бога, не пугайтесь. Я не имею намерения причинить вам вред, наоборот. Я пришел умолять вас об одной милости. Графиня молча смотрела на него, не произнеся ни слова. Подумал, что она, вероятно, глуха. Подошел поближе и еще раз повторил все то же самое. Старуха подлетела поближе. Может быть, заставить мое счастье. Умоляю вас. Я знаю, что вы можете угадывать три карты сряду. Откройте мне вашу тайну. Казалось, поняла, что от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа. Это была шутка. Клянусь вам, это была шутка. С этим нечего шутить. Помните Чаплицкого, которому мы помогли отыграться. Графиня, видимо, смутилась.
но скоро она вновь впала в прежнюю бесчувственность. Откройте! Откройте мне вашу тайну! Что вам в ней, для кого вам беречь ее? Для детей, внуков? Тот, кто не сумел сохранить отцовского наследства, тому не поможет и ваша тайна, я! Я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну! Графиня молчала. Герман встал перед ней на колени. Если вы когда-нибудь знали чувство любви, если сердце ваше когда-нибудь билось при виде новорожденного младенца, всем, что не есть для вас святого, чувствами жены, матери, любовницы, заклинаю вас. Может быть, ваша тайна связана с дьявольским договором, с полнотою вечного блаженства, со страшным грехом. Подумайте, вы уже стары, жить вам осталось недолго. Я готов взять ваш грех на свою душу. Подумайте, что не только я, но и дети мои, правнуки мои благословят вашу память и будут чтить ее как святыню. Графиня молчала. Старая ведьма! Заставлю тебя отвечать. С этими словами он вытащил из кармана пистолет. Не видел пистолета. Графиня, во второй раз оказалось сильное волнение. Она закачала головой, подняла руку, как будто смотрелись от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима. Перестаньте ребячиться. Я последний раз спрашиваю, да или нет. Графиня молчала. Послала девку, нехотя предлагавшую ей свои услуги, сказала, что разденется сама, и с трепетом пошла в свою комнату. Надеясь найти там Германа. И желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и поблагодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, так далеко и в такой короткий срок завлекшие ее. Ведь не прошло и 3 недель, как она впервые увидела молодого человека за окном. И она уже была с ним в переписке. И он уже успел выпрыгнуть. Ночное свидание. А ведь она знала его имя. Только потому, что некоторые из его писем были так подписаны. Она никогда с ним не говорила. Она не слыхала его голоса, она даже о нем ни разу не слыхала.
до самого сегодня вечера. Странное дело. Сегодня вечером напали. Томский, дуясь на княжну Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, пригласил Лизавету Ивановну и танцевал с ней бесконечную мазурку. Во все время он шутил над ее пристрастием к инженерным офицерам, и некоторые шутки были так удачно направлены. Что Лизавета Ивановна даже думала, что тайна ее была ему известна. Ну и от кого же вы все это знаете? Спросила она, смеясь. От приятеля одной известной вам особы, человека весьма замечательного. И кто же это тот замечательный человек? Его зовут Герман. Она ничего не ответила. Этот Герман на лицо в высшей степени романическое. У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что у него, по крайней мере, три злодейства на душе. Ну так, а где же он мог верить? Да, в церкви или на гулянии. Да бог его знает. А может, он спает? Пока вы спали, с него станет. Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня. Но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Ведь образ, нарисованный Томским, соответствовал с картиной, составленной ею самой. И это уже пошлое лицо начинало пленять и пугать ее воображение. Она сидела, скрестив голые руки. И опустив свою голову на открытую грудь. Вдруг дверь отворилась, и Герман вошел. Боже мой, где же вы были? Спросила она, испуганным шепотом. Спальню старой графини. Я сейчас от нее. Графиня умерла. Что вы такое говорите? Кажется, я. Причина ее смерти. И слова Томского раздались в ее душе. У этого человека, по крайней мере, три злодейства на душе. Герман сел подле нее на окно. Все ей рассказал. Она выслушала его с ужасом. Итак, значит, эти пламенные письма, эти признания, это дерзкое, упорное преследование. Все это было... Она могла утолить его жажду, сделать его счастливым. Бедная воспитанница. Она была не что иное, как слепая помощница разбойника. Убийцы. Старые благодетельницы. Горько заплакала. Слезы бедной девушки, не прелесть ее горести, не трогали души его. Сожалел только об одном. Безвозвратной потери тайны, которой ожидал он обогащения. А вы чудовище, наконец сказала она.
Я не хотел этого. Пистолет мой не заряжен. Они замолчали. Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу. Бледный свет озарил ее спальню. Ну и как же вам теперь выйти из дома? Я хотела провести вас по потайной лестнице. Нужно будет идти через спальню графини. А я боюсь. Скажите мне, как найти эту лестницу? Я выйду. Лизавета Ивановна открыла комод. Достала ключи. Дала Герману подробный наставник. Спустился по лестнице и вошел в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев. Лицо ее изображало глубокое спокойствие. Герман долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в страшной истине. Он вышел, пошел по коридору, стал спускаться вниз по лестнице. Он шел и думал, вот, лет 60 назад, по этой вот самой лестнице, точно в такой же вот час, пробирался молодой повес, верно, уж давно истлевший в могиле. Пробирался, прижимая треуголку к груди к своей возлюбленной. Сердце, которое сегодня остановилось. Ключом открыл дверь и вышел на улицу. Глава. Я. Три дня спустя трагической ночи, в 9 часов утра, Герман отправился в монастырь, в котором должны были отпевать тело усопшей графини. Имел мало истинной веры, зато много предрассудков. Он считал, что мертвая графиня может иметь вредное влияние на его дальнейшую жизнь. Решил отправиться в церковь и спросить ее прощения. Церковь была полна. Герман на силу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками сложенными на груди. Кругом стояли ее домашние слуги в черных кафтанах. С гербовыми лентами через плечо и со свечами в руках. Родственники в глубоком трауре, дети, внуки, родники. Никто не плакал, слезы были бы неуместны. Графиня была настолько стара, что ее смерть никого не могла поразить. И что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произвел надгробную речь. Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые двинулись прощаться с усопшим. За ними пошли многочисленные гости. Дальше домашние. За ними и Герман решился подойти к гробу. Он низко
поклонился, лег на пол и несколько минут лежал, уткнувшись лицом в ель. Потом встал, зашел на высокий катафалк и наклонился над гробом. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Она отступила на несколько шагов назад, запнулся и глянулся вовсе. Его поняли. В этот самый момент Елизавету Ивановну вынесли в обморок на память. Этот эпизод на несколько минут нарушил мрачную торжественность обряда. Герман сидел в трактире, пил по обыкновению много. Вино не могло успокоить его воображение. Я домой, не раздеваясь, упал в кровать и тут же уснул. Когда он проснулся, было без четверти три. Луна ярким светом освещала его комнату. Герман решил, что ему это показалось. Он услышал, как открыли дверь в передней комнате. Потому что это, вероятно, денщик. Пьяный по обыкновению возвращается с прогулки, но никак не мог понять, кто это все время шаркает туфли. Дверь отворилась, и вошла женщина в белом платье. Думал, что это верно его кормилица. Ты как мог понять, что же привело ее к нему в такой час? Белая женщина, скользнув, вдруг оказалась перед ним. Герман узнал старую графиню. И скрылась шаркой.
денщик. По обыкновению пьяный Герман на силу мог его добудиться. Ничего не мог объяснить. Дверь в переднюю была заперта. Герман вернулся к себе в комнату, сел за стол, взял лист бумаги и записал свое видение. Образ мертвой графини. Тройка, семерка, туз, повторял беспрестанно. Увидел молодую девицу и увидел, вот какая. Как тройка чернула. Поспрашивали, который час? Он говорил, без пяти минут семерка. Каждый пузатый мужчина представлялся ему тузом. Тройка, семерка, туз не оставляли его даже во сне. Семерка представлялась готическими воротами. Туз! Оу! Тройка, семерка, туз. Вытеснили из сознания Германа все. Он думал об отставке и о путешествии. Он хотел выигрывать в лучших и грязких домах Парижа. Случай избавил его от хлопот. В Петербург приехал славный Чекалинский. Провевший весь век за картами и наживший миллионы, проигрывая векселя и выигрывая чистые деньги. Нарумов привез к нему Германа. За длинным столом сидел человек 20 игроков, хозяин металл, лицо его было жирным и озарено улыбкой. Нарумов представил ему Германа. Хозяин пожал руку и продолжил метать. На столе лежало более 30 карт, далее билось долго. Чекалинский после каждой прокидки останавливался, давал распорядиться. Записывал проигрыш. Наконец стадия закончилась. Чекалинский стасовал карты, приготовился метать следующий. «Позвольте сделать ставку», — сказал Герман. Через спину игравшего тут же толстого господина. Чекалинский милостью кинул. «Идет». Герман и написал над своей картой куш. «Сколько?» — спросил Чекалинский. «Простите, не разрешил». «47 тысяч». Все обернулись, и все глаза были устремлены на Германа. Игра ваша сильна. Здесь никто более 275 сэмплей еще не ставил. Так что ж, бьете вы мою карту или нет? «Будучи облечен доверием товарищей», — сказал Чекалинский, — «я не могу играть иначе, как на наличные деньги. Позвольте поставить деньги на карту». Он вытащил из кармана банковский билет, потянул его Чекалинский. Тот бегло пробежал, сверху на Германову карту. Чекалинский стал метать. Направо легла девятка, налево тройка. «Выиграл», — сказал Герман и перевернул карту. Чекалинский, видимо, смутился, но улыбка снова вернулась на его лицо. «Изволите получить». «Сделайте одолжение». Чекалинский вынул из кармана несколько билетов и протянул их. Герман хладнокровно принял, нашел сторону, выпил стакан лимонаду и вышел.
Чкалинский привилегированно улыбнулся и кивнул ему. Я ему поставил 47 тысяч. И вчерашний выигрыш. Чкалинский стал метать. Направо лег валик. Налево. Семерка. Семерка. Выиграл. Все ахнули. Чкалинский, видимо, смутился. Но потом отчитал 94 тысячи и протянул их Герману. Герман принял их и вышел. На следующий день Герман вновь явился к Эмиряну. Все его ждали. Генералы, тайные советники бросили вид, чтобы посмотреть на игру столь необыкновенную. Молодые офицеры повскакивали с диванов. Все собрались в гостиной. Я тут приготовился один понтировать против бледного, но все еще улыбающегося Чекалинского. Это было похоже на поединок. Чекалинский стал метать, руки его дрожали. Направо легла дама. Налево лег туз. Чекалинский стасовал карту. Игра пошла своим чередом. Заключение. В 17 номере. Не отвечает ни на какие вопросы, беспрестанно повторяет. Только семерка туз. Очень быстро. Только семерка туз. Только семерка. Да. Лизавета Ивановна вышла замуж. За очень порядочного молодого человека. Он имеет приличные жалования. И у нее воспитывается бедная родственница. Томский произведен в ротмистр. И женится на княжне Полине.